Ребята, всем привет! В общем, сейчас я решила разыграть Милану. А разыграю я, знаете как? Мне предложили эту идею в комментариях. Мне на самом деле это очень понравилось. Милана у нас очень любит игрушки. Но, как видите, они у нее вот так просто завалены в шкафы и в коробке. Ну и я решила сегодня ее разыграть. Я типа выкину все ее игрушки. Коробки сейчас уберем на лоджию. А вот игрушки, которые на верхних полках, я сложу в мешки. И мешки поставлю вот сюда. Вот, в общем, сейчас уберем все игрушки. И потом, когда Милана зайдет в комнату, посмотрим на ее реакцию. Мне будет реально очень интересно посмотреть, как вообще она отреагирует на то, что все игрушки ее лежат в мешке, а коробок вообще нет. Так, ладно, погнали. У меня есть вот такие вот мешки. Ребята, ну а вы не забывайте подписываться на мой канал и поддерживать меня лайком. Ну и первым делом сметаем все, что находится вот здесь. Прямо наверх. Милашкины любимые лолки, посмотрите, какие красивые. Блестящие. И здесь на самом деле у Миланы очень-очень много игрушек. Мне кажется, мне даже одного мешка здесь не хватит, чтобы убрать все. Кстати, в этом пранке я вижу большой плюс. Тем самым можно приучить Милашку убирать игрушки, потому что для нее убрать игрушки — это какое-то такое грандиозное событие просто. Если она уберет за собой все игрушки, это прям праздник. Ну а так я ее немножко напугаю, скажу, что игрушки все от нее убежали ее. Я их выкинула. И я думаю, после этого Милашка начнет убирать свои игрушки всегда. Ну а вообще посмотрим на самом деле, что и как будет. За что я люблю такие пранки? За то, что здесь реакция непредсказуемая. И когда я монтирую, когда ты, в принципе, снимаешь это видео, ты общаешься с человеком, которого ты разыгрываешь, ну, как-то не так особо бросается внимание эта реакция. А когда ты потом монтируешь видео, и ты смотришь на реакцию, в общем, на самом деле, очень-очень интересно. Смотрите, у нас есть Пабу. Такой. Такая собачка классная. Я люблю с ней играть. Так, ну, в общем, первый мешок у меня готов. В первый мешок влезли игрушки только с одного ящика. Идем дальше. У нас есть второй мешок. Я запаслась мусорными пакетами. Просто посмотрите, сколько здесь кукол. Здесь все Барби. Я не знаю, почему Милана их вдруг выложила сюда. И Рапунцель. Хотя у нее есть коробка с куклами. Кстати, коробки нам тоже нужно уже поменять. Порваны. Но это ладно. Это сейчас не так уж важно. Сейчас убираем игрушки, коробки на лоджию. И погнали разыгрывать Милану. Итак, я все очистила. Смотрите, полностью пустые полки. Коробки я уже убрала. Мешки здесь стоят. Ну и пранк начинается. Я сейчас ставлю камеру. Милану даже звать не буду. Как зайдет, так зайдет. Ну и погнали, в общем, сейчас вы увидите. Ника, что? Игрушки убирают. Чего ты музыку не слышала? А что, ты не знала? Мы же договорились с тобой. Что договорились? Игрушки убирать. Выкидываем игрушки. Нет. В смысле нет? Нет. Я тебе говорила, что будут валяться, я их выкину. Мы же договорились. В смысле? Ника! Что? Что такое? Я пойму. Чего это не слышу? Я вам коробки уже выкинула. Эрик, если ты сейчас выкинешь это, если ты продеть твои все учебники, ручки выкинешь. Да пожалуйста. Я вам коробки уже. Ты куда полезла? Подожди. Учебники выкинула. Подожди, подожди, подойди ко мне. Я. Что там у тебя пищит все время? Я вам твои коробки уже все. Вот эти вот осталось. Четыре мешка. Куда ты их тратишь? Я выкидываю. Мешки, да. Не надо выкидывать мои учебники. Положи так, мои тетради. Ты куда? Выкинула она. Почему на кухне? Ну, правильно. Папа сейчас пойдет выкидывай. Ну, на улицу выкинет. Почему издеваемся?
Милан, ты куда? Что происходит? Вообще не понимаю. У меня, кстати, остался один мусорный пакетик еще. С походу дела, может, увижу игрушки какие-нибудь. О! Осторожно, мухи! Игра, кстати. Выкинуть надо. Ну все, говори сама, ну значит, я тут. Подожди! Нет, Никачка! Ну блин, ну подожди! Отдай! Нужно было раньше с ними пользоваться. А куда ты мои тетрадки-то? Все, я буду. Что-то происходит. Какой порядок вы навели. И канцелярия валяться да, не будет. Да, только вот мешки. И на игрушки валяться не будут. Вот за это. Ладно, все, стоп. Нет. Мила, все. Вот за узы. Я выкинула раньше все. Милаш, ну хватит на канцелярию выкидывать. Нет, Лика, я говорила, а я не буду твои страдания. Не, ну конечно. Страдания. Слушайте, ну такой порядок, конечно, игрушек нет вообще. Ну, Мил, ну смотри, как иди чисто. Иди на канцелярия хоть валяться. Тебе же говорили, как наведешь порядок свой, тебе вот новые игрушки покупать. Тебе купят зато игрушки новые. Нет, а тебе не канцелярию новую купят, зато не переживай. Милоша, хватит. Все, Рика, ты без канцелярии. А все. Ну ладно, в рюкзаке у меня не вся канцелярия. Да, я всю выкину. А где ты возьмешь все? Зачем ты всю мою канцелярию собираешь? А ты зачем, Лик? Ну, в смысле, зачем? Ну, и мы же договаривали. Все измазано. Что измазано? У меня ручка потекла. Блин. Ну, я эти буду готовить. А, дай сюда быстрее. Ой, я. Вот это, да. Вот это поворот. Блин, что делать? Аккуратно. Мам, помоги Милане открыть дверь. Что там? Ручки потекли. Вот тебе видишь, как хорошо, Милана, тебе порядок. Да, действительно. Наш быстро вытираем. Подожди. В общем, ребята, посмотрите, у меня все потекло, все в чернила, вся моя новая канцелярия. Лик, надо спиртом все помыть. Ну что тут? Ай, блин. В общем, Милана, подойди, иди сюда, стоп, подожди, успокойся. Все, это был пранк, давай мириться. И все, мирись. Давай вместе уберем все игрушки. Лика, выбирай пока. Я твои игрушки, конечно, выкидывать не буду. Точно? Точно, но только ты убирай за собой всегда игрушки. Хорошо, Лика, раз за это твой пранк, и все из-за тебя, значит, сама убирай. Лика, а ты канцелярию за собой убирай. В смысле? Смотри, у тебя же канцелярия протекла вся. А какая это ручка у тебя? Я не знаю, не пойму. Это вот Милана, кстати, чернила вытащила, и чернила потекли. В общем, Лика, давай игрушки по местам. Миланка, помогай канцелярию, Лики всю рюкзак. Ладно, все, ребята, всем пока. Вот такой вот получился пранк. Миланка расстроилась, а Лика тоже испугалась за свою канцелярию. Да. О, как хорошо, слющий. Тебе нравится? Мне тоже нравится, что игрушки. Милана! Подожди! Ну да, это нам же, это же как будто бы вообще, знаешь, как зашел в Икею. Идеально все чисто, убрано. Тебе пап нравится? Вах! Отмываю, в общем, я стаканы и всю канцелярию. Смотрите, какая красивая водичка получается в итоге. В принципе, нормально, все отмылось. По крайней мере, ручки точно отмылись, стакан еще не знаю. Все, ребята, хорошо, все полностью отмылось. Ничего не пострадало.